В Атырау из-за задержки авиарейса компании Бек Эйр около 80 пассажиров провели в аэропорту почти сутки. Транзитный рейс Астана-Уральск-Атырау-Алматы на пути следования задержался дважды из-за метеоусловий и неисправности лайнера. Возмущенные пассажиры требуют компенсации за потерянное время и сорванные планы. Как выяснилось, среди пассажиров были люди, имеющие серьезные проблемы со здоровьем. Те, кто смог себе позволить, приобрели билеты на другие рейсы. Остальные были вынуждены коротать время в аэропорту. Ни ужина, ничего нету. Здесь с лейкозом дети были. Больные, да, их ждали в Алма-Ате на операцию. Люди после операции здесь присутствуют, которым лишнее время просто необходимо быстро попасть в Алма-Ату по рейсу. По юридическим законам они должны были нам этот билет возместить на другую компанию, да, и просто взять и отправить на другим рейсом. Да? Вот. Они элементарно просто, какой-то представитель подошел, молодой пацан, он расписался, здесь непонятно что-то, да, непонятно что-то написал и ушел, его нету. Из Атырау в Алматы самолет должен был вылететь в 13:45, но из-за задержки регистрацию объявили только в 16 часов. Правда, потом людей снова отправили из накопителя в зал ожидания. Первую задержку мы дали по метеоусловиям, то есть борт, которое следующее по направлению Астана-Уральск, оно сел к нам, в связи с чем-то в Уральске был закрыт был аэропорт. А после этого как бы уже борт не завелся по тех причинам неисправность борта. Представители авиакомпании утверждают, что возместили стоимость билетов всем клиентам. Но потерявшие время пассажиры заявили о своем намерении подать иск в суд о возмещении морального и материального ущерба. Гульбадам Назбенова, Ганис Игендыков, Информбюро, Атырау.